все, ребята, я готова. Можем ехать. Каждое утро вот так тружусь. Выхожу из дома, завожу машину и еду по своим делам. Так, поехали. В 76-м году по результатам моей работы мне выделили «Москвич» московской кровозавода СЛК 2140 красного цвета. По этой машине меня вся область знала. У меня никогда никаких не было нарушений. Никогда. Даже мне справку давали, что я не значусь в нарушителях. Так вот и езжу на своем транспорте. Это «Жигули»? Это «Жигули». Вот. Вот на «Жигулях» я поеду. Вот машинка, что называется. Ну, машина, конечно, вот это тормоз. Это открыть капот. Это тут радио. Это зажигание. В любом направлении. Сегодня департамент полиции проводит встречу Сидоренко Лидии Александровны, который имеет стаж более 60 лет водительского стажа, ей уже 85 лет, она строго соблюдает правила дорожного движения и другие законы. Она является примером для других водителей, и то, что знаем, что это послужит для снижения дорожно-транспортных происшествий и соблюдения правил дорожного движения. Уважаемый Лидия Александровна, мы вас еще раз искренне поздравляем и выражаем благодарность за соблюдение наших законов и правил дорожного движения. Вам крепкого здоровья, спасибо, новых успехов, новых достижений. Спасибо. Всего, чтобы ваша железная машина, наш железный друг не подводил. Надеюсь, спасибо. Большое вам спасибо за ваше внимание, за все.